Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, наш Господь, милосердный Создатель. Не остави, Господи, и благослови. Дивные дела Твои, Господи. Слава Тебе за этот прекрасный день. Мы не знаем, что ожидает нас. Научи нас с благодарностью принимать все и известия, которые не понравятся нам. Ибо во всем Твоя воля, и Твоя воля приведет к лучшему. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? И Иисус сказал ему, я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его, и видели Его. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. И Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи мне нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам. Верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. Если еще вы попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если еще вы попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему, «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает Слово Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня. И вот я сказал вам о том, прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего.
Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так я и говорю. Встаньте, пойдем отсюда. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедаю вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца моего во имя мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира... Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. А теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит Отца моего.
Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же приедет утешитель, которого я пошлю вам от отца, дух истины, который от отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй! Во славу имени Твоего святого, Господи, да будет прожит и этот день. Господи, пошли добрых миссионеров к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всех объедини любовью Твоею. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы верующие в Него не погибли, но имели жизнь вечную. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Вы что-то хотели сказать? О! Вы, если хотите сказать, только не ругайтесь, спокойно. Хорошо. Я так понимаю, вы верите в Бога, правильно? Да, во Христа Иисуса, Спасителя нашего, во единую, святую, нераздельную Троицу. А если я вам скажу, что я считаю, что Бога нет? Ну что ж, написано в Библии так, 13-52 Псалом. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления, не делающие добро, нет ни одного». А в другом месте написано «И бесы веруют и трепещут». Так неужели вы хуже, чем бесы? Они веруют, потому что были на небе, сшиблены оттуда. Так, откуда вы? Мы город Барнаул, Алтайский край. Угу. Я понял. А зачем вы делали то, что вы делали сейчас? Затем, что мы пришли в этот мрак, тьму, где находятся люди, собрались для блуда, для греха, табакокурения, наркотиков, сквернословия, раздетые, совокупляются, рассказать о Боге, чтобы они не погибли. А вы считаете, что секс – это плохо? Это смерть, приговор. Половина мужиков раздетые, показывают половые органы, совокупляются, как скотина на улице. Это, такого нигде больше нету. Попробуйте одну картинку такую покажите в Ютубе, вас сразу забанят навсегда. А здесь спокойно они лежат, спят, раздетые, показывают, какие они мужики хорошие. 80% примерно мусульмане. Половина раздетые. Вот за это мы пришли сюда, как православные проповедники, рассказать о Христе, что Он умер за нас, искупил кровью Своею, чтобы люди верою победили дьявола и вышли в свет жизни. А какая это жизнь? Тьма. И другие вообще нету. Вот до сих пор, видать, вы или так, видать, ну, условия такие, чтобы лицо было видно. Они нарушают все правила, которые в чате рулетка. Ой... Да. Только не ругайтесь, я прошу вас, только не ругайтесь, пожалуйста. А я и не ругаюсь. Ну, я предупреждаю заранее. Начинаешь говорить, не ругайся, а потом начинает говорить нехорошие слова. А вы не ругаетесь матом? А мне сколько лет, вы думаете? Лет 7. 80. Позади у меня 5 тюрем за Слово Божие. Лагерь, 26 лет пыток. И я верю всей душою. Обратился по-настоящему 23 года после армии. Когда работал на Балтике матросом. Я вас понял. Ну, всего доброго. А у вас ничего, вопросов нету о душе своей? А у вас что, вы хотите поговорить о моей душе? Ну, конечно. Вот вы, если зайдете на наш YouTube, у меня в YouTube 14300 роликов. А подписчиков? А подписчиков 31 тысяча, а просмотров 31 миллион. У вас 31 миллион просмотров на YouTube? Да. А почему вы не монетизируете это? Ну, потому что у меня много тем. Мы с нуля строим православную деревню. Ну. Я был начальник детского лагеря, сам образовал лагерь. 45 лет, бесплатно. 1000 детей подняли.
Кроме того, у меня вышло из печати 38 книг, и я решил подарить библиотекам мира. И доехали до Тихого океана, Владивостока, и до Лиссабона, все страны Европы, Скандинавию, Прибалтику. И везде я дарил книги библиотеки. 650 городов посетили. И все заснято, все показано. Вот, вы, если будете смотреть, ну, у нас на Ютубе, вы посмотрите, как я с вами разговариваю. И хорошо, что вы не ругаетесь. Вам приятно будет на самого себя посмотреть. Я понял. Вот. А Ютуб называется «Во свете Библии». Два слова только зарядите. «Во свете Библии». А если добавите «Во свете Библии» сайт, зайдете на сайт. Там вообще море информации. Там я отвечаю студентам, которые в университетах отвечал или три радиопрограммы вел, 4124 вопроса. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, аллилуйя, Господи Боже наш, слава тебе. Ибо нет иного Бога, кроме тебя, столь любящего создание свое. Благослови нас, Господи. И обрати правителей на путь истины, дай им страх твой божественный, дабы мудро управляли народом. Ибо с начальствующих на суде Божьем будет строгое взыскание, дабы издавали мудрые законы, дабы дали жить народу жизнью достойной их, было бы из чего уделять нуждающимся. Господи, коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И сохрани их от покушения на них, Господи Боже наш. Даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас, Господи, ценить это мирное время. Хвала тебе, милосердный Создатель. Слава тебе. Ты окружил нас творением твоим. И красоте этой нет числа. Животные, птицы, рыбы, насекомые, деревья и плодовитые кусты. Все для человека, чтобы человек был хозяином, а не варваром. Чтобы человек знал Слово Божие, жил для Бога. Чтобы были нормальные семьи, где жена слушается мужа, а дети родителей. Это все в тебе, наш Господь. Слава тебе, милосердный. Услыши и исполни. Аллилуйя. Евангелие от Иоанна, 16 глава. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том, не говорил же всего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников его сказали один другому, что он это говорит нам? «Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». Итак, они говорили, что это говорит он вскоре? Не знаем, что говорит. Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня?»
Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я опять увижу вас, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами. Но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое. И не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я и шел от Бога. Я и шел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Иисуса сказали ему, «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога и шел». Иисус отвечал им, «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хвала тебе, милосердный Создатель! Как велика милость твоя к роду человеческому! У вас вопрос какой есть? Вы хотите что-то сказать? Вы меня слышите? Вы хотите что-то сказать? У вас микрофон есть? Ну, если ничего нет, тогда расстаемся. Я отхожу тогда, если ничего у вас нету.